дорогие друзья! Я вас приветствую из отеля Тирольхоф. Мы с Гарри приехали на романтичный уикенд в Австрию. Это подарок его на День Святого Валентина нам, так что мы проведем 2,5 чудесных дня. От Мюнхена мы ехали 2,5 часа, и вот по прибытию мы осматриваем комнату, и мы просто в восторге. Комната действительно очень красивая. Ну, во-первых, понятное дело, я очень люблю всегда сразу проверять мыльные принадлежности, какого качества и какого размера. Вот, поэтому большие шампуни, кондиционеры и боди-лосьоны мне очень сразу приглянулись. Ну, тут ванная, тут ничего такого примечательного. Вот, это я в зеркале. И вот наша комната. Вот сидит Гарри, уже готовится идти в спа. Очень романтичные, ажурные декорации. И зеркало, и люстры. В общем, такая небольшая комната, но очень аккуратная, чистенькая. И вот это то, что нам приглянулось сразу. Рюкзак предоставляется от отеля. Вот написано Hotel Tirolerhof. И значит, с этим рюкзаком можно идти в горы бродить, если есть желание. Отель это предоставляет. И зонтик. Я такого еще не видела ни в каком горном отеле. Вот. И сейчас самое главное преимущество — это вот этот вид. Посмотрите, это горы и озеро. Как красиво, прям озеро захватывает. Озеро! И здесь нас встречала бутылка шампанского. Давай хотя бы глянем, Гарри, что тут за шампанское. О! И нас уже называют семья Фрошхаммер. Это наша общая фамилия, будет скоро. Сейчас пока это только Гарри, но нас уже называют семья. Это очень приятно. Поэтому это наш, по сути, первый официальный семейный отпуск. Вот так называется спа Elements в нашем отеле. И мы бронировали этот отель через Groupon. Поэтому там нам за 399 евро вошли две ночи и спа-процедуры. Плюс еще хальп-пенсион, это то есть и завтрак, и ужин в два дня, и сегодня, и завтра. И вот у нас будут идти в VIP, спа-процедуры, все будет входить в наш, так сказать, билет. Потому что без билета такого из Groupon'а, вот смотрите, сколько стоит. Очень дорого. Приехали мы сюда на две ночи, поэтому сегодня у нас чисто первый день прибытия, мы будем только спа делать и ужинать. Завтра планируется прогулка и также спа-процедуры в вот этом платном Elements отделе спа. Ну и потом, конечно же, опять ужин, который включен нам в билет, а в воскресенье уже уезжаем. Так что сейчас будем переодеваться и идти расследовать, что там за спа. И вот у нас вот от отеля и полотенчики, и тапочки. Все уже готово для спа. Доброе утро, друзья. Мы уже идем на завтрак. Значит, как вчера прошел день? Мы пошли в спа. Я камеру с собой не брала, потому что мы решили сначала разузнать, что там да как. И мы поняли, что там без проблем можно снимать. Поэтому сегодня возьмем вас обязательно с собой, когда пойдем в обед или там ближе к вечеру в спа. И также на наши процедуры, которые я вам вчера рассказывала. Ну а в целом спа очень красивый, там есть и бассейны, и джакузи, и сауны различные. После этого мы сходили на ужин. Мы приехали по полупансиону, поэтому у нас входит и завтрак, и ужин. Первый ужин прошел очень круто. Сегодня мы так поняли, что мы возьмем вас 100% с собой и в сауну, и на ужин. Вчера это была просто разведка. Но в целом было очень вкусно, блюда были красивые. А сейчас мы проснулись, приготовились и идем на завтрак. Впереди нас ожидает очень интересный день. Все обязательно увидите. Thank you.
волшебное место. Цель Амзе называется эта деревушка. Просто волшебный вид. Посмотрите, во-первых, на это озеро и горы. С другой стороны, ну горы, конечно же, везде, но здесь тоже очень красивый вид. Нам очень повезло с погодой, действительно, солнечная погода. Мы полетали на дроне, поснимали чуть-чуть. По поводу полетов на дроне. Важно сказать, что не везде можно летать и не на любой высоте. Обязательно, если у вас есть дрон, обновляйте прошивку, потому что там всегда есть геозависимая информация. Например, в этот раз мы, когда начали лететь, нам на экране высветилось, что в этой зоне актуальная информация, что нельзя больше 30 метров взлетать наверх. То есть, если вы бы не обновили эти данные, вам бы этот мельдунг, да, это notification не пришел бы, и, возможно, вы бы попали в какую-то неприятную ситуацию, потому что на самом деле здесь летают очень много вертолетов, парапланы, и, ну, на данный момент парапланы мы не видели, но вообще в горах очень будьте внимательны по поводу людей на парапланах. Ну, а также утки, чайки, поэтому нужно быть очень аккуратными. Но мы не летали далеко, мы специально держали дрон, так сказать, в мере нашей видимости, потому что мы все-таки чуть-чуть побаиваемся. Мы еще новички, поэтому мы аккуратничаем. Но получились очень красивые кадры. Просто в такой погоде, мне кажется, грех было не попробовать и не полетать. В каждой стране свои законы, это тоже учитывайте. Германия, Австрия, законы на полеты на дроне отличаются. И также учтите то, что на дрон нужно приклеивать табличку с вашей контактной информацией. Там будет ваше имя, адрес, ну, как, так сказать, нумершильд, как номер на машине, также и на дроне тоже должен быть номер. Стоит эта табличка 8 или 9 евро, заказывайте вы ее просто в Google, можно вбить, очень много сайтов предоставляют эти таблички, она на стикеры, на наклейке и наклеивается на тело вашего дрона. В зависимости от размеров, габаритов, веса вашего дрона, там есть разные категории. Этого отпуска мы ждали очень давно. Именно отдохнуть, расслабиться. И вчера, как я уже вам рассказала, мы были в спа и на ужине. И сегодня тоже, в принципе, программа та же, но вот прогулка сейчас по деревушке. Мы пойдем еще посмотрим, что еще можно перекусить, возможно, мороженое или пивка выпить. В общем, чуть прогуляемся по деревушке. И также у нас на 5 часов забронированы процедуры, поэтому мы уже в предвкушении. Мы еще выбираем, какие мы процедуры возьмем, либо массаж, либо можно сделать косметологические процедуры. Я еще полистаю буклет. Теперь уже готовы идти в спа. Важно заметить, что спа есть на нижнем этаже, там, где мы были вчера. Это общий доступ. А у нас еще в билеты входит спа, которая более специальная, скажем так. Там, где именно процедуры делаются различные. И мы сейчас направляемся туда. Это на верхней должно быть, на верхнем этаже. Вроде бы с панорамой, как нам сказали. Но, в общем, мы сейчас бежим, чтобы не опоздать на процедуры. До сих пор еще не выбрали, что мы возьмем. Какая красота! Мы пришли в спа, значит, это чуть другое, что я ожидала. Я ожидала там бассейн, сауны, так же, как и на нижнем этаже, но это полностью релакс-зона приватная, то есть у нас сейчас 2 часа, только мы. И нас привели в комнату, в другой комнате делаются процедуры, а в это время второй человек может отдыхать. У нас, получается, процедуры по 30 минут, и все это остальное время мы можем провести в этой комнате. Смотрите, здесь есть такая ванная, вот это наша сауна приватная. Вот это вроде бы как дамп в кровати, как с паром, но это мы еще испытаем. Вот здесь такое ложе для отдыха,
все так романтично, и цветы, и музыка, и свечи. Тут есть и скрабики для тела, для лица. И здесь есть также наш персональный балкон, на который мы можем потом выйти после сауны. И здесь вид на гору, на горнолыжников, но там сейчас никого нет. Вот, поэтому... Уже сейчас я отбыла свою процедуру. 30 минут я выбрала массаж ног и стоп. Очень релаксирует, приятно. Я прям так подуснула чуть-чуть. И также есть на выбор другие процедуры. То, что я показывала вам из буклета. Я решила не выбирать косметические процедуры, потому что я не хотела сейчас смывать мейкап. Но вот на ноги мне очень хотелось, чтобы размяли. Вот поэтому я очень довольна своим выбором. Гарри пошел, не знаю, что выберет он. 30 минут я жду. Вот, поэтому сейчас просто прилягу в ванную и буду отдыхать. Доброе утро! У нас сегодня последний день, мы уже уезжаем через час, были на завтраке, а сейчас хочу вам показать сауну, как и обещала, потому что вчера мы были только на процедурах в приватном спа, а вниз не спустились, поэтому я вам сейчас покажу. Тут, конечно, все очень красиво, смотрите, это бассейн внутренний, вот такой ресепшн, сейчас зайдем в бассейн. Вода, кстати, в бассейне не холодная. В других отелях я встречала намного холоднее воду. Здесь можно действительно комфортно плавать. А вот там в углу джакузи. Туда помещается около 4-5 человек. Конечно же, когда тут много людей, то не удастся именно вдвоем почилиться. К нам постоянно кто-то подсаживался. Но погреться очень даже приятно в такой теплой массажной и с bubbles, с бульбашками водички. А сюда дальше тут солярий. Не знаю, мы не были, не знаю, как не пользоваться. Постоянно боюсь сюда заглянуть. А вот сейчас можно заглянуть. Тут, походу, надо бросать монетки. То есть это, наверное, не совсем бесплатно. Вот тут всякие рекомендации. Какой у вас тип кожи, какой уровень выбирать. Вот, потом тут дальше получается спортзал. Так, везде пусто, никого нету. И мы, к сожалению, уезжаем. Наши дни все, которые мы были, тут было много людей. А это такая комната для отдыха. Тут, смотрите, вниз сейчас закрыто. Там сауна. Я не знаю, почему закрыто. Может быть, еще рано. Сейчас только 10 утра. Но сауну я бы все равно не смогла показать, потому что там можно только голышом заходить. И там, если там есть люди, и туда с камерой нельзя. Но в любом случае, там есть 3 или 4 сауны. Солевая, минеральная, более спокойная, более жаркая, как типа баня. Вот, поэтому нам очень понравилось. Мы один раз там были. Единственное, что меня смущает всегда в европейских саунах, это то, что они смешаны. И в них нужно быть обязательно голышом. И я в этот момент, конечно, очень смущаюсь. И была вот позавчера в
вот этой сауне здесь в отеле впервые вообще голышом, потому что до этого вообще не решалась, а позавчера решилась, потому что мы с Гарри были только вдвоем там, и из-за этого я не так стеснялась, но если бы кто-то еще был, я бы, наверное, не решилась. Ну, как-то я чувствую себя некомфортно. Но в Европе это очень распространенная практика, поэтому тоже будьте готовы, если вы едете куда-то в термы или в какие-то аквапарки, и там есть отдел с сауной, скорее всего, это смешанное. Обязательно читайте на сайте, потому что если для вас это проблема, чтобы вы были готовы. Все, как я уже и сказала, у нас сегодня последний день, через час нам нужно выселиться, в 11 часов чекаут, поэтому мы идем собирать чемоданы и будем ехать уже обратно в Мюнхен. Из машины вам расскажу наши общие впечатления. Вот, кстати, пришла сейчас в ванную собирать вещи. Мне понравилась вот эта косметика, которую нам выдали. Тут и шампунь, и кондиционер, и body lotion, и получается мыло для рук и тела, но везде написано, что если вы заберете, 16 евро нужно платить. То есть так, как бы пользуйтесь на здоровье, но если заберете полностью банку, то надо доплачивать, потому что я, в принципе, любительница позабирать остатки домой. Я не знаю, я люблю эти всякие маленькие баночки, пробовать новые фирмы, и я уже на эти нацелилась, а потом увидела, что тут на каждой написано 16 евро за баночку. Друзья, мы уже доехали домой. В машине я вам ничего не записала, потому что отрубилась, как убитая. Эти выходные, которые спа-релаксинг выходные, просто сотворили со мной волшебство. Я очень долго ждала такого плана отпуска, и наконец-то мы смогли полноценно расслабиться, перезарядить батарейки. Я бы хотела сделать это видео не только развлекательным, но также полезным, поэтому с удовольствием расскажу вам такое как summary наших впечатлений об этом отеле Тирольхоф, чтобы вы тоже имели это в виду, если вдруг захотите провести в нем отпуск. Я разделила эту информацию на плюсы и минусы, ну либо же то, что нас больше всего впечатлило, и моменты, которые нам показались не совсем приятными. Но начнем с хорошего. В целом этот отель просто замечательный. Это, наверное, один из лучших отелей, в котором мне приходилось бывать, особенно в Европе, наверное, во всех вот этих немецких, австрийских, все, что в горах, отели, это все-таки самый лучший. У него 4 звезды, качество сервиса и инфраструктура отеля просто на высоте. Мы так заметили, что в этот отель приезжают в основном на горнолыжный отпуск, потому что, конечно же, вся эта area, все вот эти поселочки в горах, они все нацелены на горнолыжный отдых, везде есть комнаты для лыжного снаряжения, трансфер в горы, вокруг, конечно же, на любой из гор очень много разных трасс. Нам, к сожалению, не повезло, лыжный сезон нам не улыбнулся, потому что нету снега, и погода была плюс 15, учитывая то, что это конец февраля, но в то же время были также там много людей, которые приехали на целую неделю, допустим, и они ездят действительно на самой верхушке и все-таки катаются на лыжах, но мы хотели специально приехать просто отдохнуть, поэтому лыжный аспект мы в этом видео не рассматриваем совершенно, но если вы ищете какой-то хороший курорт в горах, в Альпах, в Австрии, чтобы покататься на лыжах, этот отель я бы вам тоже смогла советовать, потому что там вокруг очень много разных трасс. И учитывая то, что в принципе лыжный сезон, народу было не очень много. У нас в отеле мы заметили так вот по ресторану, когда на ужин приходили, все столики были в принципе забиты, то есть отель был почти полностью заселен, но если идти, допустим, в спа, бассейн, джакузи, процедуры, с этим не было вообще никаких проблем. Были эти комнаты все полупустые, мы спокойно, без всяких очередей и без толпы, смогли насладиться всеми вот этими facilities в нашем отеле. Но раз я заговорила про горы, сразу же хочется сказать, что одной из самых больших достопримечательностей в этой эре это, конечно же, горы. Географическое положение этого отеля просто не описать словами, насколько красивое озеро, сама деревушка, виды на горы, снежные вершины. Мне кажется, даже летом там на вершинах лежит снег.
По поводу сервиса в отеле, что нам понравилось, это то, что мы в первый день, когда приехали вечером, мы повесили, уходя из номера, там мы ходили в спа или на ужин, мы вешали туда всегда табличку «Не беспокоить», чтобы не убирали в номере, потому что мы только вроде приехали. И на следующий день, когда мы ходили гулять на прогулку, мы опять же оставили эту табличку, потому что не хотели убирать чемоданы. Я, честно, не люблю так, когда я в отеле, у меня все вокруг разбросано, скажем так, и чемоданы открыты, и мои личные вещи, чтобы туда кто-то заходил убираться, я чувствую себя некомфортно. Есть люди, которые говорят, я в отеле, я король, и оставляют вот в таком положении комнату для уборки. Мне стыдно, и также я не чувствую себя спокойно, зная, что все разбросано. Я потом даже не смогу понять, все ли на месте. Поэтому я предпочитаю первые два дня, чтобы в комнату никто не заходил, и убираться не надо. Если что, полотенца я всегда беру на ресепшн, если нужны новые. Так вот, мы ушли на прогулку и оставили на двери табличку «Снова не беспокоить». И вечером, это получается суббота была, наш второй день, вечером нам позвонили из ресепшена и сказали, с вами связывается сейчас по поводу уборки, хотите ли вы, чтобы мы пришли к вам вечером поубирать, пока вы на ужине, потому что вы не хотели, чтобы мы вас беспокоили до этого, все-таки стоит ли нам прийти вечером убраться, пока вы на ужине? Честно, я такого никогда не встречала, я знаю, что есть определенное время уборки, и я никогда не могла ожидать, что специально для нас уборщица бы приехала со своей тележкой к нашему номеру и убралась бы в номере. Мы отказались, но, откровенно говоря, очень хороший жест со стороны отеля. И вообще, сервис в отеле очень дружелюбный, нас называли по именам, мало того, что нас как семью называли под общей фамилией, плюс еще и по именам всегда в ресторане обращались, очень обходительные были, поэтому в этом плане сразу заметен уровень отеля. Также нам понравилась живая музыка в баре после ужина, когда мы спустились вниз в бар, и там играл музыкант, супер талантливый мужчина, одновременно играл на трубе, на разных видах гитар и на клавишах. Я просто была в шоке, я сама как музыкант просто действительно сняла перед ним шляпу. Очень была вкусная еда в ресторане, это действительно так. В пятницу у нас было меню а-ля карт на ужин, там все было просто супер классно подготовлено и очень хорошо оформлено. Единственное, что мне там не понравилось, это то, что утка была полусырая. Это как бы так надо было, медиум прожарки, но это не было написано в меню. Я могу только говядину есть такого плана, вот медиум прожарки, чтобы прям кровь была. Утка, мне показалось это странным, мне она была невкусная, но это лично мое предпочтение, но качество мяса было действительно очень хорошее, это было сразу заметно по первому укусу, поэтому если вы не приверженец такого плана вот медиум мяса, то возьмите лучше что-то другое, там была и рыба, и макароны, типа пасты. Вот, но в целом все было замечательно в ресторане. На второй день, вот вчера в субботу, у нас был вечером буфет. Тоже все на высоте, мяса различного вида, и говядина, и свинина с гриля, и куриное мясо в различных комбинациях, плюс к этому разного вида гарниры, салаты. Так что качество еды в ресторане этого отеля было действительно очень высоким. И еще по поводу еды, что нас сразу же впечатлило, это то, что помимо завтрака и ужина, там еще есть полдник. Тоже это входит в стоимость проживания. С 4, по-моему, вечера, если не ошибаюсь, до 6. В это время вы можете спуститься вниз, там, где бар, и там выставлен стол, буквально один стол, там немного, но можно перекусить. Там есть горячие блюда. Один раз это была картошка жареная с сальцом и беконом, а второй раз это была паста. Вот это можно взять, тоже как буфет, сколько хочешь, по сути. И также пирог, разные виды пирогов, и с кофе можно это тоже пополнить. Ну и напоследок, то, что нас действительно очень сильно впечатлило, это нам подарили подарок. Когда мы делали чекаут, нам вместе с счетом, рейхнунг, да, нам еще подарили вот эту книгу с рецептами тирольских разных блюд. Прям очень красочная, с картинками, качественные такие глянцевые страницы. Мы остались под приятным впечатлением. Ну, по поводу минусов, я не могу сказать, что это прям, ну, такие минусы. Просто надо же что-то так же и прокритиковать. Поэтому про утку я уже сказала, про то, что они не написали в меню, что утка будет медиум прожарки. Это для меня было таким маленьким минусом. Также мне понравилось из еды. Единственное, на завтрак апельсиновый сок очень невкусный. Не
свежевыжатый и даже не из пакета апельсиновый сок, а какой-то супер разбавленный с водой, вообще по вкусу никакой. Я удивилась, потому что все остальное было просто на высочайшем уровне, были также и смузи, и разного другого вида соки, и яблочные, но вот именно апельсиновый, я его очень люблю, и я всегда придирчивая в отелях к апельсиновому соку. И вот здесь, блин, был разбавленный невкусный. Ну, в общем и целом, нам отпуск очень сильно понравился. Как я уже сказала, это был один из лучших отелей, в котором мне приходилось бывать в плане уровня по сервису и по facilities. Не считая, конечно же, арабские отели, но все равно по Европе, честно скажу, вот Австрия, Германия из таких горных отелей, этот самый крутой пока на сегодняшний день. Цена у него тоже довольно-таки приемлемая, учитывая то, насколько мы остались довольны, 100 евро с человека за одну ночь. Это мы брали на Groupon'е, напомню еще раз. Нам очень повезло, что мы нашли такое предложение на сайте Groupon. Может, помните, я вам уже рассказывала в моем видео про поездку на автобусе Hop'n'Hop'ов по Мюнхену. Там мы эти билеты тоже купили по огромной скидке на Groupon'е. Так вот, в этот раз мы тоже нашли это предложение за 399 евро. То есть это с двоих человек 400 евро. За две ночи, плюс все вот эти пользования саунами, приватные, спа, которые мы были вчера, также полупансион, это и завтрак, и ужин. Я считаю, что 100 евро с человека за ночь в таком отеле с этими услугами, это просто невероятно круто и дешево. Поэтому, ребят, проверьте на Groupon, может быть, есть еще это предложение. Честно, я не знаю, сколько стоило бы такое проживание в этом отеле Tiroler Hof, если бы мы бронировали просто на сайте, без Groupon. Я вам тут оставлю ссылочку на этот отель, поэтому зайдите, посмотрите. Возможно, там тоже от дат зависит цена. Но в любом случае, это был незабываемый отпуск. Мы очень хорошо провели время. Самое главное, вместе, в тишине, в релаксе. Погода. Нам безумно повезло с погодой, потому что сегодня мы уезжали, и уже было пасмурно, чуть-чуть моросил дождь, а вчера насколько было солнечно, что мы полетали на дроне, подышали свежим альпийским воздухом, насладились солнышком теплым. Погода плюс 15 градусов, это просто на голову не налазит в феврале такую погоду иметь, но это было очень кайфово. Я уже начинаю по чуть-чуть засыпать, потому что этот отпуск действительно меня очень сильно расслабил. Завтра нужно идти на работу, собираться с мыслями. Поэтому спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что вам это видео было интересно и что мы вас вдохновили также на какой-нибудь релакс или wellness отпуск небольшой. Если это так, буду очень рада. Ставьте лайк на это видео, пишите ваши комментарии, если у вас есть какие-то вопросы или вы просто хотите что-то прокомментировать из увиденного видео. Я буду очень рада. Еще раз спасибо вам огромное за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!